Санкционные ограничения – новая реальность для российских граждан. Чтобы поддержать предприятия и бизнес, юридическим лицам, начиная с этого года, будут предоставлять специальные льготы при налогообложении. При наличии у налогоплательщика права на льготу направляется в налоговый орган по своему выбору заявление об их предоставлении. К данному заявлению налогоплательщик вправе приложить подтверждающие документы. Если налогоплательщик, имеющий право на льготу, не направил заявление о ее предоставлении или не сообщил об отказе от ее применения, данная льгота может предоставляться на основании сведений, имеющихся в налоговом органе. С 1 июля 2022 года начинает действовать автоматизированная упрощенная система налогообложения. Организации и индивидуальные предприниматели освобождаются от налога на имущество. Исключение – объекты торгово-офисного назначения. На Федеральную налоговую службу в настоящее время возложена функция по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Услуга предоставления квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы бесплатна и занимает 10-15 минут. Чтобы получить квалифицированную электронную подпись, нужно обратиться в удостоверяющий центр ФНС. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и токен – носитель ключевой информации. Большинство других услуг доступны в личном кабинете налогоплательщика. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».